Всем привет, друзья! Это Asus Final Battle of the Year, матч за третье место в дисциплине Counter-Strike 1.6 на сервере. Пока что небольшой геймпендинг, но я вновь с вами тут и сейчас будут играть Virtus.pro против команды 12-12-12. Они уже настроились, они готовы. Эдик вообще по полной подготовился. Я не понимаю, почему у меня геймпендинг, но я надеюсь, что сейчас мне эту проблему устранят. Я уже написал Покрышкину, чтобы он решал этот вопрос как можно скорее. Мне вот даже позвонили два раза на телефон, сказали, что давай вперед. Но здесь что-то происходит странное. И чат есть на HLTV. Интересно. Я сейчас, наверное, все-таки попрошу убрать его. Уберите чат с HLTV. И включите его. Так, ну все, я отписал, в принципе, техникам нашим, они сейчас должны разрулить все нюансы, все вопросы. Итак, у нас меняется карта, друзья. Ну и первая карта, кстати, будет карта Demirage, Мираж. Первая карта будет Тускан, это выбор, как я понимаю, команды Virtus.pro. Вторая карта будет The Inferno, это выбор команды 12-12-12. Ну и третьей картой будет такой нестандартный детрейн, который вчера как раз-таки Virtus.pro проиграли команде Kirchnet. Но я думаю, те, кто смотрел матч этот, те в курсе, что там происходило и вообще с чего все началось, чем все закончилось и все такое. Так, у меня геймпендинг продолжается. Просто. Так, ну вот я сейчас попробую перезайти опять-таки. Так, где слэм? О боже, я требую слэма. Вот там уже пишут на HLTV. Ну что ж, я не знаю, в чем проблема, если честно, потому что, как бы, ну, должно было быть все нормально, но почему-то взяли мне и подосрали все. Так, ну я пробую зайти снова на 51-й порт, и у меня пишет, что HLTV not started. Да, мне сейчас ретрает HLTV. Если что, порт 51-й, должны туда пускать без пароля. Сегодня я об этом позаботился, чтобы некоторые интеллигенты, как бы некоторые джентльмены не выпендривались. Эх, и не жаловались на этот счет. Все, друзья, все ваши сообщения я буду во время игры читать по хэштегу CSSLTV в Твиттере. В чат заглядывать не могу, к сожалению. Хочу сосредоточиться, естественно, на матче. Так, все, геймпендинг здесь у нас сразу же должны быть уже даны были рестарты, но почему-то их не дали. Да. Но у меня почему-то вот не переключается на этом HLTV никуда. Это баг, видимо, какой-то. Такс. Так, чат. Так, ну вот я не понимаю, что происходит. Тут то ли на паузу на сервере, то ли что-то еще. Да, громкость. Громкость самое главное. Надо поправить немножечко. Да, ну и все. HLTV вроде бы как прогрузилось. И давайте смотреть. Ну вот тут в ВП прилетят, кто-то пишет. Так, передавай мне привет, пишет Мажор. Слушай, друзья, стим-айди-то ваши ведь есть на HLTV. Ладно, я просто тогда HC-текст 0 поставлю, как бы, и все. Здесь, наверное, как я понимаю, уже сейчас будет пистолетный раунд разыгрываться между командами. Ну и первый, естественно, у нас будет багом распознаваться. Надеюсь, что здесь счет... Так, нет, это еще не лайв, слава богу. Это еще вроде бы как не лайв. Я пока что сброшу статистику, хотя ситуация мне до конца не ясна. Dangerous Dave еще не зашел. Вот тоже такой неясный момент. Так, Нальчонок. Кто такой Нальчонок, не ясно. Так, вроде бы все на сервере, но здесь стоит 2-0. Я не знаю, какой счет на самом-то деле в этом матче. Они не должны были как бы просто начинать без меня. Так, сейчас, секунду. Я сейчас приду. Нет, все, я тут. Так, все, сообщили мне, что счет на самом-то деле здесь, друзья, 2-0. Virtus.pro проиграли первую пистолетку. Начинают, как мы видим, 12-12-12 в атаке. И сейчас уже нападение выигрывает. Включаем учет, естественно, фрагов. И сейчас нам нужно так раз, два. 2-0 поставить команде 12-12. Ну и по статистике тут, как видим, 3-1, 3-2, 2-1.
у Dangerous Dave Huch 2 на 2. И вот Dangerous Dave, это, как я понимаю, нет, это не Сейз, это вот кто это, тоже непонятно. Надо теперь просить еще ники, наверное, написать правильных игроков. Ну да ладно, это не важно. Главное, мы видим Хуча, Эдик, это, в принципе, вот Хуча, Эдик, Сейз, это основное, главное просто звено. Какой-нибудь овердрайва, я без понятия, но подозреваю, что Dangerous Dave у него, ну, он любитель вот в опасного Дэйва, как бы была такая игра раньше, давно-давно-давно, ну и давайте смотреть. К первому девайсному все-таки мы здесь подошли и смотрим, УВП здесь такой байчик получился на ФАМАСах, видимо, они решили все-таки переломить игру и взять все под свой контроль, как это было в матче с Кирчнет вчерашним. Ну, посмотрим, посмотрим, хватит ли здесь Эдик. Он остался 1 в 3 в ситуации. ФАМАС его, в принципе, должны здесь контрить. Но он заходит с очень интересной позиции. Нет, заметил Фокс, решил прочекать выход Зига. И 2-1 в пользу пока что команды 12-12-12. По поводу звуков с игры, и если их не слышно, я могу сделать их погромче. Об этом вам только нужно написать в Твиттере по хэштегу CSSLTV. Если все нормально, то я только рад. Ну что ж, 2-1, переломили Virtus.pro здесь сейчас экономику сопернику, и вообще должны характерно они набирать. Вчера с Кирчами, если кто встречу помнит и смотрел, именно Virtus.pro в начале матча сыграли вот так же. Ну да, тут такая зеркалочка получалась, типа сначала было 2-1, но начинали за атаку, а вот потом пошел кроволол, с третьего раунда был бай, и ребята начинали зажигать. Пока что Доси сделал минус 2, в поджиме в братском от Фокса на коты зашли, и открытые два фрага, это очень-очень хорошо. Ну посмотрим, будут ли здесь решать опен фраги на самом-то деле, потому что стили игры команд будут очень-очень похожи. От себя, наверное, добавлю, что болеть я ни за кого тут не буду, потому что я точно знаю, что у Virtus.pro приоритеты стоят на тренировку в следующие три дня у меня виснет HLTV, геймпеннинг, это, наверное, пауза. Это, наверное, пауза на сервере и пауза в матче. С чем она связана, я не знаю. Это жесть. Это жесть. Я вот, например, если честно, в шоке на наших админов до сих пор, потому что уже который турнир, который лан подряд, как бы... Я пытаюсь откомментировать матч, начиная сначала. А если быть точным, на этом турнире, это уже, наверное, третий случай. Мы договариваемся заранее. Что будет, как будет, пока я команду не дам делать рестарты, давать рестарты не надо. И в итоге вот второй раз на матч за третье место я прихожу, как бы, да, и здесь уже три раунда сыграно. Вот это вот весело, на самом-то деле. С чем это связано, непонятно. Так, а в чате Киберарена ТВ тем временем, наверное, уже разглагольствуются ребята. Какие ставочки-то? Какие ставочки, пока у нас пауза в игре? Скажите мне, пожалуйста, на кого ставим? Я бы вот, наверное, поставил все-таки на 12-12-12. Мити вот очень хочет выиграть на этом турнире. Пока что в CSGO вот у них не зашло. Кстати, по поводу CSGO, команда Dot Team вроде как распалась. Так, Virtus, VP, вот Сиба ставит за VP, Няша на VP. Все ставят на VP, ставим на Virtus'ов. Ну, этого бы хотелось. Но, если честно, я разговаривал с Ангелом, и он сказал, что вот прямо там они сами-то не надеются. Как бы. Ну, попробуют, конечно, побороться за третье. Ну, и матч все-таки против старых соперников, вот кто-то, конечно, принципиален здесь будет Красю, я думаю, Хуч уж точно. Вот, все, конечно, здесь на позитиве, на дружеской основе, но, скорее всего, драка будет вот то, что вот в игре оно будет совсем иначе. Так. На Virtus.pro, ставка на легенду. Ну, легенда не играет пока что за ВП, хотя было бы здорово, если бы Лекс вписался пятым в составщик на этот Asus. По крайней мере, мы бы хоть посмотрели и порадовались. Так, кто-то сбросил HLTV. Ну и да, HLTV там 51-й порт, если что. Ну а тем временем начинается событие, как я вижу, да, пульнули все-таки то, что Virtus.pro против Place to Play матч уже в режиме лайв. И снова повторю, по картам. Первая, D2Scan, это выбор команды Virtus.pro. Вторая карта, D-Inferno, это выбор команды 12-12-12. И третья карта, D-Train, это... Неизбежное. Я вообще ставлю на две карты, мне почему-то кажется, что вот кто-то вот хочет сыграть 2-0 все-таки за третье место. Хотя, с другой стороны, здесь денежный вопрос опять же стоит. Но разница в призовых, напомню вам, друзья, всего лишь $500. По хэштегу CSSLTV что-то было написано. И Эдик Дави вот пишет по хэштегу 12-12 тащи. Ну, как я понимаю, Twitter комьюнити у нас будет болеть сейчас за команду 12-12, а те, кто находятся в Steam и в чате на Твиче, те поддерживают Virtus.pro. Интересно. Вот кто вот еще? Так, я рад, что Нави будут гамать. Где они будут гамать? А Нави будут играть? Нет, Нави нет на этом чемпионате. Эх. Steam болеет за ВП, Twitter болеет за дядю Митю, и что же будет? Так, Слэм, ты не считаешь, что ВП нужно было сосредоточиться на CSGO, а не играть еще
турнира по 1.6. Ну, ребята, вот вопрос интересный на самом деле, но с точки зрения как бы... Того, да, ивентов сейчас по CSGO как бы нет у них, да, вот будет единственный SLTV Star Series, LAN-финал, да, в Европу ребята никуда выбираться не хотят до StarLadder, то есть StarLadder для них пока не закрыт, пока они не покажут там окончательный результат, каких-то поездок, наверное, в поездках остается только мечтать, но еще расклад есть в том, что можно попытаться что-то сделать в 1.6. Да, они и тренились не особо много, если честно, да, там как бы каких-то нашифровок жестких мы видеть, скорее всего, не будем. Здесь, как видим, в раунде с Диглома 12-12 остался вот пока на центре один Казино Рояль. Так, и все-таки я, наверное, сейчас попрошу сделать... Так, ну Покрышкин спасает всю ситуацию и говорит, что сейчас проблема у Ангела с наушниками, у него началось какое-то эхо, ему фиксят звук, и после этого фикса, естественно, матч снимется с паузы. Так, и что же еще интересного? Так, тем временем там финал по поинт-бланку вроде как на сцене предсказуемо заканчивается, там 2-0 должно быть в пользу RockSkiz. Слэм, какие призовые за первое место? Да что ж такое, $15 000, друзья, был общий призовой фонд этого чемпионата в дисциплине Counter-Strike 1.6. Шестое место заняла команда Independent, шестые и пятые места команда Independent и команда Spray and Pray, это 750 УЕ, $750, 200, $2000 за четвертое место, за третье место $2500, $3000 за второе место и $6000 за первое место. Опять же напомню, что вот фаворитами чемпионата как раз-таки стали команды Piasted и Kirshnet. Они разыграют между собой в финале сладкий кусок пирога, $6000 на финал. Будет чуть попозже, играться он будет на сцене. Команды сейчас, наверное, еще отдыхают, но скоро должны ворваться уже в Киберспорт-арену. Вот что касается финнов, они показали за эти несколько дней лан-чемпионата просто великолепный, во-первых, великолепный результат, а во-вторых, великолепную выдержку, потому что, несмотря ни на что, эти ребята приходили... И сидели в зале, смотрели игры других команд. Помимо этого, когда им доставалась возможность посадки на компьютер, они, разумеется, садились, сидели, тренировались. Пока что подписываемся. vk.com/csslTV. Там Покрышкин кидает для вас свежачок. Пока что на сцене какие-то крики. Слам, откуда инфа про датов? Есть такая инфа про датов? Вот просто есть и все. Вот, я вот... просто не спрашивай. Это инсайт. Это инсайт. У меня на самом деле много инсайдерской информации по поводу составов, которые сейчас будут в CSGO, по поводу каких-то трансферов и все такое, но всю я ее озвучивать не буду и говорить об этом тоже не буду, просто потому что люди потом начинают негодовать. Немного негодовать. Совсем чуть-чуть. Просто капельку. Так, а пока что зайду я в свой ВКонтакте и посмотрю, что там у нас понаписали. Вот там уже есть какие-то картинки интересные. Во сколько играют HLTV? Дайте так. Ну что, ВП, ВП против 12-12-12. HTTP twitch.tv. Я пишу сейчас туда сообщение. StarLadder 5 CS SLTV Live Now. Вот так вот. Оп, оп. Ну и сообщение, в принципе, уже было отправлено. ВКонтакте. Оно также репостнулось сразу же в Твиттер. Так, надеюсь, у Na'Vi не будет трансферов. Я сомневаюсь, что пока что Na'Vi имеет смысл делать какие-то трансферы. Но они поиграли-то всего там пара матчей, да, официальных, да, сыграли нехорошо. Но опять-таки я думаю, что они все привыкнут к новой игрушке. Там просто, понимаете, там не такой уровень игры уже. То есть Na'Vi это очень звездная команда. И вот мне бы, лично мне вот хочется, чтобы они какой-то результат показали. Желательно, чтобы стали европейским топом стабильным. Не хочется, чтобы в новой дисциплине СНГ опять оставалось на вторых ролях. Тем более, что вот была возможность. Много раз вот у россиян была возможность замечательно. Была команда Moscow Fire. Все было четко, но вот проигранный DreamHack расставил точки. Надо и... Ну и помимо этого еще вот там Moscow Fire не зашло на паре турниров. Доси ВХ, Фокс АИМ, вот тут кто-то говорит. Конечно, конечно. Дойсина на самом деле это один из самых, наверное, грамотных игроков. Вот. В отличие от всех российских игроков, я не спорю, в России очень много талантливых персонажей. Там, в том числе вот из команды Independent мы могли наблюдать там, за Бланжем, за ребятами, которые там
с ребятами, с его тиммейтами. Да, вот чем отличается российский КС от всего КС, который вообще есть. Вот даже я вот даже эти беседы как-то проводил там с Маркеловым, вот реально спрашивал, в чем же прикол, в чем же прикол. А прикол весь в том, что как бы российский КС, он основан на ассисте, как бы, ну, чаще на ассисте, на каких-то аркадах, на каком-то раше, все жестко стреляют, что свойственно российскому КСу, а вот тактическая сторона выглядит послабже. Вот, но есть еще такой эффект непредсказуемости, когда, например, соперник творит неадекватные вещи, любая команда не может ничего с ними сделать, просто не может, потому что команда играет по-другому. Так, что с датами? Ну, даты распались. На самом деле, меня вот, откуда я знаю эту инфу, все-таки скажу. Меня спросили сегодня, останется ли слот на старт-серии, если останется капитан. По правилам должно вроде как 3 человека вроде остаться из состава, чтобы у них осталась квота. Ну, или капитан. Пока не знаю, но мы будем этот вопрос решать. Просто на следующий сезон StarLadder по CSGO будет NiP, будет VeryGames, ребят. Будет команда Fnatic участвовать. Будут Na'Vi в любом случае, да. Плюс тот топ, который сейчас. Ну, и Jazz французы, которые, на мой взгляд, пойдут далеко. Но мне бы очень сильно хотелось уже как можно быстрее StarLadder. Но пока мы не прокомментим и не посмотрим матч за 3-е место на Asus Open Final Battle of the Year, никуда не пойдем. Пауза пока что задерживается на счете 2-1. И... я, наверное, все-таки на секунду, ребят, отлучусь, сбегаю сейчас в зал, узнаю, что все-таки за проблема настигла Кирилла Карасева. Они уже начали играть, но у нас почему-то все еще геймпендинг. Я не понимаю, по какой причине. Давайте я, наверное, все-таки сделаю сейчас реконнект на это HLTV. И напишу. Так, пишу, что HLTV, походу, упало просто. Видимо, вас очень-очень много туда зашло просто, и от этого HLTV как бы просто взяло и навернулось. Эх, вот релей нам Healthy Work на него не ставили, поэтому сложно сейчас что-то будет сделать. Ну, сами видите, что происходит, как бы я пытаюсь туда зайти, и в Healthy Work лежит. Это да, это просто да. Опять мне нужно бежать сейчас в зону техников и решать эту проблему. Извиняюсь, друзья, перед вами за такую задержку, простите, пожалуйста, не хотел, вот нежданно-негаданно, но почему-то... не отнеслись внимательно к моим просьбам техники, и это меня уже начинает слегка раздражать на самом-то деле, потому что все было обсуждено, вот не знаю, час обсуждали, как мы сейчас будем его комментировать, как мы будем его стримить, что за бред просто.
Итак, друзья, я вновь здесь. Ну что, решаем мы проблему сейчас с HLTV. Должны были уже ее решить. Все, я залетаю быстренько туда. Проблема в том, что просто как бы вас очень много залетело смотреть само HLTV, и от этого оно легло. Здесь, как видим, геймпендинг. Я даже не знаю, какой на самом деле сейчас счет. Ну и все это выглядит эпичным провалом на самом-то деле для меня. Вот AC-текст 1 уже можно включать. Слава богу, чатик там подрезали меня. Геймпендинг продолжается. Сейчас, наверное, будет прогруз. Я попросил без дилея. Ну, боже мой, а... Опять она меняется. Ну вот сейчас будет нормальная зарубка. Зарубка. Только куда она коннектится, я не знаю. Это не турнир, это Asus, друзья. Буферинг гейм, отлично. Отлично просто, вот. Супер. Ну ладно, дождемся буфера, будет дилей на HLTV, ничего страшного. На самом деле это ой-ой-ой, как страшно, потому что когда что-то случается, мне нужно вам говорить достоверную инфу, но я не могу ее говорить. Вот так вот организовываем турниры. Эх, дела-дела. Так, боже мой, ура, ура, да, все, ребят, сейчас все будет четко. Вот Тафа там, кстати, уже переживает по поводу того, что матч за третье место все еще не начался. Не, вернее, он начался, а здесь уже, но если здесь сейчас 8-6, то это как бы грандиозный провал нашего техника, и техник будет получать, наверное, за это. Вернее, не получать, а вычитать из него будем за такие вот приколы, как бы. Жесть, жесть. Четвертый размер, народ требует слэм. А я что могу сделать? Девушка с четвертым размером, дынями, она сейчас стоит болеть за команду 12-12. Зовут ее Юля, фамилия у нее даже Полтавская. И можете ее посмотреть. Ну там не четвертый, но нормально, нормально там все. Ладно, все, давайте смотреть за встречи. Нас дропнуло на счете 2-1. Здесь, как я понимаю, уже 8-6. Последний раунд играется первой половины. Просто супер, спасибо большое. Скиф, я люблю тебя. Дес, я люблю тебя. Покрышкин, я тебя просто обожаю. Leave me alone. Вот написала HLTV. Ну что за жесть? Что за жесть? Ну и тут что мы видим? 12-12 берут очередной раунд. По-моему, они здесь даже ведут в половине. Да, на 9-6 они ее сейчас выведут. И после первой половины посмотрим, наверное, нормально вторую. Потом я надеюсь еще посмотреть вторую карту. И надеюсь, что мы ее хотя бы посмотрим точно всю. Так, по-моему, сейчас будет 9-6 просто, да. Тут вот 8-6. Так, нет, где тут? Мне тут просто Покрышкин подтвердил, что счет действительно 8-6, это правда. Ну и значит, первую половину мы с вами проморгали. Опять же, ну, тут уже не моя вина, пардон. Но я все-таки все, собрался и в игру. И в игру. Здесь пока что, как видим, Ангел вместе с Адреном остались они против одного игрока, с ником Dangerous Dave. Как я понимаю, это овердрайв у него в бане пока что 0 хп, но... В баге 0 хп, но может быть все очень неплохо. Так, ну я жду здесь каких-то действий от него. Ну да, его поджимают с котов, поджимают с медла, добивают. 8-7 в итоге заканчивается эта половина. Ну и половина сыграна, в принципе, неплохо. Virtus.pro, если вспомнить, вчера отыграли немножко хуже, чем сегодня. В первой половине... Но они потом... А, не, они вчера же сдавили Керчей на этой карте. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Ну, Керчи сыграли хуже. Но 12-12-12, борьбу навязали в атаке, взяли большую часть раундов. Опять же, такая карта. Здесь все зависит от... Блин, вот надо... Надо валить из скайпа просто. Все, я не в сети. Надоели. Так, все, первая пистолетка второй половины, смотрим на Virtus.pro, уже заход в зигу есть, достаточно быстрый, их на центре попытались прессингануть, 12-12-12, там был один сейзет, так, попытка перекрыть люльку, вернее, люлька пыталась закрыть выход через зиг, и сейчас зиг здесь контрится, Dangerous Dave минус Б, закрыл своего тиммейта, в итоге минус 2 в стане Virtus.pro, 12-12-12 в численном преимуществе, продолжает действовать, 4 в 2, пуш зиг и минус от Эдика, ну вот Эдик в полном тилте. Эдик в полном тилте. Вчера ребята, кстати, неплохо повисели. Они решили вчера сходить поиграть в покер. Поиграли в покер. Кстати, Хали на этих днях проиграл в покер где-то 900 гривен парням с района местным. И это было очень-очень весело. 9-7. Два раунда преимущества. 12-12-12 после первой половины. И на второй, наверное... Не, ну вот Тенека, конечно, они сейчас хорошо ВП выводят. Но Virtus.pro, скорее всего, на третий попытаются закупиться. По-моему, счет неправильный. Да счет правильный. Все четко. Все четко, не переживай. ВПшечки на 8-7 смогли только потащить. Так, я даже сейчас вот снова посмотрю лог с Покрышкиным. Да, ведут плейс-ту-плей 8-6. Все правильно по счету.
пока мы решали эту техническую проблему. Так, Dangerous Dave, аркада, сразу же запирает дом. Интересно то, что он второй квадрат зашел. Ну, как я понимаю, это вряд ли овер, хотя овердрайв, знаете, вот очковая кобра 20 лет в аркаде может делать такие вещи очень-очень спонтанно и нежданно. Но тут задумка вся в том, что они готовы принять выход на апленд, при том, что полностью агрессивная позиция в коробке подтверждает только то, что они хотят сыграть непредсказуемо, если вдруг будет стяжка на бэпленд. Ну вот ангелу досталось сейчас неплохо от Dangerous Dave, как видим, да, минус Фокс. По Дэйву тоже, конечно, попало. Идет прострел 20 пуль, граната от Хуча, минус ангел красный, размен. Ну и Митя будет здесь пытаться запирать. Правда, тут под флеш на Митю выходит, забирает девайс. Митя это слышал, дело. И Кучер с Адреном перекрестным огнем стоят пока что в квадрате. И ждут на себя пуша. 4 в 3, выход на Эдика. Эдик, Адриан. Вот он, казахский дигл. Жесткий просто. Адриан еще и Хучу умудряется впилить такую банку невероятную. И сделать размен до ситуации 2 в 2. Вот это настоящий тиммейт. Только под Джимус Б, конечно, он тут проигрывал по позиции, его заркадили. Но сделал все возможное для того, чтобы сейчас Доси смог разыграть 1 в 2 этот раунд. Абсолютно рабочий момент для Доси, на мой взгляд. Все-таки парень грамотно играет, но вот Сейз сейчас его может здесь неплохо заркадить, да. Попытка перестрелки на Фамасах. Ой-ой-ой-ой-ой, Доси вот при попытке отхода получает спину 2 берста, и его здесь просто спокойно Зиги отрезает. Нальчонок, казино, рояль. 10-7 в пользу 12-12-12. Ну, Virtus Pro по-любому здесь нужно мучиться еще раунд, потому что брали диглы, потратили деньги, и девайс вряд ли мы от них увидим. Но 11 раундов дадут. Ну, вот на 11-7, если выйдут, это будет достаточно неплохо. Но пистолетка, конечно, должна была уходить в Virtus Pro все-таки в атаке. Нет, посмотрите, дроп-раунд играют в ВПР. Ну, вот решают рискнуть, посмотрим, насколько риск будет оправданным. Чаще всего такие раунды заканчивают. Ну, вот только-только решили реализовать свой калаш. Один игрок сразу вышел в квадрат, второй его заркадил Митя, забрал, Кучер дал размен на Зигу. Но тут контроль пока что в пользу команды 12-12-12. Как видим, дядя Митя далеко никуда не отходил и спокойненько дал фраг по ангелу. Отрезали они звено атакующее под Б-плант. Остается в живых только Дойс и Адрен. У них диглы, нет девайсов. И Дойс сейчас попытается разрулить немножечко ситуацию под Б. И вот, ну вот, подходил под коробку, как видим, на вход Криспу встретил овера и забрал его моментально. 2 в 3. Доси продолжает играть на выжидании. Мити, конечно, будет играть теперь уже на чек после смерти своего тиммейта. Сейзи тому в суппорте будет выходить на перекрестный огонь. Но у Сейзи, да еще, как видим, да, он просматривать успевает коты. И на двери сосредоточен казино Рояль. Ну, это вот единственные три места, куда может пойти атака. Два девайса теперь есть у Virtus Pro. Они их забирают и попытаются сейчас сыграть против Мити. Ну, Мити на Зиге играет очень внимательно, грамотно. Стяжечка от Нальчонка. Смотрите, на какой риск идут 12-12. Хотят отпушить. Ну, видимо, отпушить, либо на агропозициях сыграть, пока не ясно. Нет, Нальчонок заркадил коты, дал инфу, все, и здесь два квадрата. Инфа банальная, простая, и сейчас посмотрим, что сделает Сейзет. Ой-ой-ой, Сейзет, спрей минус один, дядя Митя. Дядя Митя не стал вылезать, давать свой третий фраг, не стал спешить. Решил отдать позицию, и на центре здесь, как видим, играет Нальчонок на ура. Отрезает скотов на медле, счет становится 11-7, и волевой байт команды Virtus Pro оказался неудачным решением. Не смогли они его реализовать. Ну, разыгрывали очень мягко. Очень мягко, я бы сказал. Кстати, Virtus Pro настроились первые на эту игру. И сели настраиваться тоже первые на эту игру. Это стоит, наверное, вспомнить, рассказать вам. Поэтому непонятно пока, как же они вот такие... Ну, наверное, расстроены вчерашним поражением. Вообще, вот у ВП есть такие расклады с моралью. Небольшие. Вот морально их можно, скажем так, подавить. Ну, команда, вот просто чтобы играть нормально, да, там вот в CS 1.6 нужно играть постоянно. Они вот перелезали на 1.6 с Гоу, теперь им нужно обратно перелезать на Гоу. И не знаю, как они вот сейчас будут к Старладеру подходить. Но Карась сказал, будут готовиться. Будут плотно готовиться. Это самое главное. Ну, а тут уже 12-7. И Virtus Pro в догонялке предстоит разыгрывать. Virtus Pro предстоит догонять своих оппонентов, игра ставится на паузу и снова геймпеннинг. Как я понимаю, опять какая-то проблема, наверное, произошла на сервере, не на сервере, или у кого-то из игроков, возможно, даже у Ангела, возможно, это тайм-аут, но судя по тому, что оружие переключают, да, снимается матч с паузы, все, побежали. Самый важный раунд для команды Virtus Pro, вот он наступает прямо сейчас, с этого момента можно попытаться потащить, больше 12 раундов сопернику отдавать нельзя. Эдик, аркада, и сразу же первая пачка залетает в Досю, размен от Фокса за брата, выпад мид от Сережи, посмотрел. Центр почекал. Ну, как видим, здесь дымовая завеса, естественно, сразу под Б-планта спустилась. И Митя сейчас будет пытаться пробираться с дуги в аркаду, чтобы запирать на инфу квадрат. Сейзет будет давать инфу по Зиге, и вдвоем они попытаются принять стяжку на Б, если такая, если такую предложит Virtus Pro, конечно, своим соперникам. Ну, вот туда, на дно. И знаешь, что сейчас происходит? Вот тут Эдик начинает прикалываться над Виртусами. Так неплохо.
Неплохо. Минус от Мити. Ну вот аркада на дугу нормальная. Пост дым забирает кучер. Ангел дает размен. 3 в 2 в меньшинстве. 12-12. И у овердрайва сейчас будет эпичный момент. Но под него выходят на флешку. Без шансов для овера. Адрен его забирает. Апленд пустой. И Нальчонок попытается 1 в 3 что-то сейчас сделать. Но картина здесь явно не самая лучшая. Его сразу же перекрывает Адрен. Занял раньше позицию удобную. Ну и мы видим чат. Веселый чат команд. 12-8. Virtus.pro разворачивают своих оппонентов и сбивают им экономику. На вторую половину самое время, но на бай все равно есть. Сейчас, наверное, ФАМАС от кого-то залетит по-любому. Я даже думаю, что вот овер даст. Нет, овер вообще с диглом пойдет воевать. Опять же, вот он, русский КС, ребята. Как берем, да, у троих бай есть, да. Что делают двое? Берут диглы и идут погибать просто, да. Ну и решили на укрепление Апланта разыграть на этот раз. Ну, 12-е будут, наверное, пытаться больше угадывать, опять-таки, направление атаки. Virtus.pro, кстати, играли, скорее всего, так же в первой половине, но мы не имели возможности из-за технических проблем насладиться этим во всей красе. Так, будет выбивание сейчас Зиги, там, при том, что очень-очень плотно хотят разыграть Зиг. Посмотрим, как Ангелу удастся открыться нормально или нет. Его, кстати, чекают в щелочку, и то даже не в щелочку. Там ждут прямо на заходе. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну вот от Эдика это, конечно, будет очень интересно. Инфа по Адрену прошла, Эдик понимает, что есть игрок атаки на Зиге, и должен он, в принципе, его контролировать. Да-да-да, на 20 кп ему оставляет Кирилл. Перестрелка закончилась не в плюс для 12-х, 4 в 4 ситуация. Была инфа про Б-плент, была инфа про дугу. И посмотрите, стягиваются 12-е на А, а Virtus.pro, по-моему, принимает решение штурмануть все-таки Б на троих. Ну, очень медленно будут разыгрывать, но ВП здесь уже не... Ой, 12-е здесь уже не угадали направление атаки, а у ВП все будет хорошо. В пустой плент ушли. Вот, видимо, минусом на Зиге игроки команды 12 подумали, что сейчас Virtus.pro испугаются, побегут как-то на, попытаются разыграть там. В свою очередь, защита не смотрела ни коты агрессивно, ни центра, поэтому инфы по этим позициям не было. Ну и Б-плент отдали просто в подарок. Но это сейв. Это сейв девайсов в исполнении Virtus.pro. Ой, Virtus.pro в исполнении 12-12. Очень сложно здесь как бы, да, ровно говорить. Ну вот, походу, кто-то пошел в туалет, если я не ошибаюсь. Это решил запрыгнуть с кольтом на ящик, подождать. Ну и дядя Митя единственный, кто попытается сейчас сыграть, наверное, на какой-то эпик дефьюз бомбы. А, не, он тут просто поломился куда-то, Митя. Ну, Доси его, естественно, отрезал. 12-9, еще одно очко уходит в копилку команды Virtus.pro. Им нужно всего лишь 3 для того, чтобы догнать 12-х. Но у 12-х есть деньги на бай. Все равно, потому что они засейвили, опять-таки, девайсы. И денежек упало, думаю, неплохо. Но странно, что бомбу не сбрили. Вот, надо было им... Все-таки на Б бежать, и тогда замес был бы жесткий. На этой карте, кстати, 50 на 50 была ставочка вот наших судей. Да и тут даже игроки ставили 50 на 50, потому что непонятно, кто как будет играть. Пока начало все через дым. Все через дым. Дым с дуги, дым на центре, дым в перемычке, как бы, да, дым на котах. Все очень-очень жестко. Ну и Virtus.pro штурмует, как видим, столбы. Сейчас там находится вчетвером. Один Адрен закрывает аркаду на коты, но... Агрессия 12-х здесь нету. Готовится врыв на квадрат. Давайте смотреть. Вот постпрострел. Будет выпад в дым. Смотрим. Выход Зиг. Минус от Эдика закрыл. Нальчонок должен здесь сейчас выйти на размен и попытаться сыграть. Ну вот не надо было здесь так аркадничать, конечно. Это заканчивается плохо. Выходит в упор Дося и спокойненько запирает горячего парня. Минус Нальчонок. И Дося, по сути-то, открыл Зиг. Но ситуация 4 в 4. АВП от Дэйва. И Дэйв у нас, по-моему, это овер. Опять-таки, если не ошибаюсь, но надо было пойти проверить. Ну, вот Эдик выходит в полную аркаду. Сейчас Эдика, возможно, просто здесь заберет карась, как я понимаю. Ну, если Эдик, конечно же, Зиг не чекнет. Ой-ой-ой, чекнул в последний момент. Минус ангел есть. Все, здесь выход на А. Это инфа. Эдик заходит в спину. Хоть в плинте, в треугольнике. И у Мити сейчас будет очень-очень опасный момент. Дэйв минус Дося. Помог. Адрен остается один. Эдик отстреливает Фокса. Ну и дядя Митя открывается просто на коты. Открывается спокойно, чекает коты. Ведь по пленте Адрена, который пытается сменить позицию, убивает его и запирает в этом раунде своих оппонентов. 13-9 в пользу 12-12-12. Эх, $500 разницы между призами. И ребята сейчас играют, возможно, даже не на максимум. Хотя Карась обещал жаркий матч за третье место.
С другой стороны, сегодня также еще будет финал в дисциплине Counter-Strike 1.6. Ребят, Кирчнет и Пиастет, мы с Тафой вместе его для вас прокомментируем. Смотрим, быстрый выход Б-плен. Сейчас Доси в качестве открывающего на Зиге. Ему удается сделать минус один. Тиммейты поддержали. Кучер сыграл в размен. И Б-плен по факту открыт. 2 в 4 ситуации. Отрезает Dangerous Dave Кучер из Зиги. 3 в 2. И вот сейчас все зависит от того, как разыграет здесь Сейзет свою позицию. Если он... Нет, Сейзет не закрывает Адрена. Все, здесь уже пошла качель от атаки. И Дэйв попытается сыграть с мидла, но его... Чую я, здесь будут сейчас контрить. Да-да-да, не попал. Не залетел фазумчик Квадрона. И 10-13. Три раунда вновь Virtus.pro отделяют от ничьи. От своих соперников. Я бы даже сказал два, потому что экономика должна была просесть. И по второй половине давайте посмотрим. Нет, опять Эдик берет кольт. Кто-то берет дигл. Опять клатчи пошли. Ну вот вчера в таком угаре клатч раундов ребятки от... из 12-12-12 проиграли Финном Фордж. Но проиграли они, опять же, в упорной борьбе. 16-14 все это дело закончилось. Так, Кучер, Дося, Дом, Фокс, Ангел, выход Зик. Ангел будет первый, по-моему, сейчас там открываться. И вот тут, как видим, ждут. Ну вот дигл на размене, тоже интересно. На Зиге перестрелка. И перестрелка в пользу Virtus.pro. Ангел поддержал. Ну и сейчас будет выбивание Зиги, наверное, от Мити. Опять-таки в ответку. Ну, Ангел должен здесь контрить просто Митю, как хотеть. Мити забрал девайс, не дал ему Ангел его унести. Поймал на горячем, так сказать. Ну и это 5 в 3. Как бы тут еще минус дигла от Доси вдобавок ко всему на Зиге. Мальчонок пытался принять аплент. Но тут уже ВП просто побежали, поломились. Первые два фрага, третий фраг и 5 в 2. Там уже можно было особо сильно не переживать. Повторный бай от команды 12-12. Эдик, по-моему, сейчас пойдет тушить, если я не ошибаюсь, вообще с каким-нибудь ФАМАСом. Ну вот Эдик в полном тильте. У Эдика постоянно что-то к нику приписывается. Если вспомнить там дримхаки по CS 1.6 прошлого года и все такое, то можно сделать спокойный вывод, что что-то у Эдика не заходит. Я помню, раньше он писал, вот-вот-вот, хороший бёрст просто, посмотрите, как попал. Там два тела стояло, отвлек на себя внимание Сейзит, вышли его тиммейты с БО, убили, плюс увидел коты, дал инфу об ВП, знает, что Фокс есть на котах, Адрену закрывает Эдик проход на апленд, тормозит двух игроков нападения, они были ключевыми, Фокс в качестве запирающего с ВП разыгрывал и разменивающего. Но в итоге Фоксу даже здесь не удастся, наверное, спастись. Ой-ой-ой-ой, его тут со всех сторон просто задавили. 14-11, 12-й, по-моему, сейчас хотят забрать этот раунд себе. Я, кстати, боюсь, что вот будет на карте до Инферно происходить, потому что 12-й реально на ней сильны. Но мы сами видели, что в групповом этапе они уронили команду Кирчнет. Но Кирчнет, с другой стороны, вчера сыграли блестящий матч против команды Virtus.pro на Инферно и одержали победу. При том, что контролировали ситуацию именно они, именно Керчи, не давали Virtus.pro делать вообще никаких нормальных мувов. Ну, закончилось дело все, конечно же, на трейне. Так, Ангел, врыв сразу же на Сейзеда. Моментальный минус в Зиге. Размен от Нальчонка. Нальчонку дают убежать, забирая Ангела. И в неловкой ситуации оказывается атака. Опять они... Хотя, не, нормально. Здесь Адрен, посмотрите, еще КЛКТ, аркада не видел. Но вот надо здесь на кота попытаться что-то сделать по-любому Виртусам, потому что под Б-плент вот эти вот аркады, опять же, их аркады, их агрессивный стиль игры умирает просто от каких-нибудь сверхпозиций в упоре. От 12-х. Ну, сейчас все-таки попытаются Зиг-Дугу разыграть, и будет выпад на Дугу от Кучера. Смотрим, флешку дают, открывается на Дугу, Дуга чистая, его там никто не контрит, поджим от котов. Поджим на котах, наверное, сейчас будет от Эдика. Dangerous Dave, отличный тайминг, ловится ВП, стрейф и фаззум в Адрена. Моментальный хедшот. Ну, открываются здесь на Б под флеш, но Кучера здесь опять же Дейв принимает. Это уже минус 2 в его исполнении. Это овер, если я не ошибаюсь. Овер, кстати, в ударе на этом чемпионате. Вот я недавно... Оп-оп-оп, вот лагает ХЛТВ, как видим. И Фокс остается уже 1 в 2. Умудрился он забрать Нальчонка, забрал Митю. И теперь все в руках Эдика. Но, зная это позиция Эдика, Фокс, наверное, сейчас будет сразу же чекать Зигу. Потому что по-другому здесь... Оп, такой четкий тайминг поймал Эдик. Разминулись игроки с центром. И Фокс получает небольшое преимущество сейчас над Эдуардом. Но если поставит бомбу, а бомба у него на руках, то получится неловкий момент. Ну вот в одну секунду буквально разминулись, да, Эдик понял, что, скорее всего, по центру прошел игрок и ждет здесь просто Фоксу. Сережа убивает, но Сережа не знал, что Эдик чекал, опять же, с перемычки и не стал просто заморачиваться и смотреть на первый квадрат. Ну, это 15-11 и ничейный раунд для команды 12-12-12. Практически одно очко в этой встрече уже за ними есть. Я буду надеяться, что не последнее.
Ах, ну может быть сейчас Virtus.pro развернут. Бомба стояла, Фокс погиб, но это бай. Это бай от Virtus.pro, но что-то их здесь, конечно, очень жестко разобрали. Вот первой половины мы из-за технических проблем не видели. Мне интересно, почему игра пошла у ВП под откос во второй половине. Хотя, знаете, 12-е знают, как играет Virtus.pro на Тускане. Они смотрели матч против ВП, ой, против Керчей, и примерно понимают, с чем им предстоит столкнуться. Видимо, от этого есть как контра хоть какая-то. Ну и тем более Эдик, вот Митя, да, они играли в Counter-Strike. Очень-очень много времени провели за ним до Асуса. Во всяком случае, больше, чем ВП, потому что у них сейчас нет каких-то там команд, каких-то четких целей. И в CS 1.6 по фану было бы нормально. Ну, посмотрите, как Карась открыл сейчас Зиг. Очень результативный сыграл выход. Если еще сейчас Дэйва убьет в спину, будет вообще супер. Но Дэйв там, по-моему, сейчас пройдет просто в аркаду. Ой-ой-ой, по ноге Кучера прошел в аркаду. Карася не снимал. В итоге вообще всех преимуществ, всех возможностей на ответку по размену лишились игроки команды 12-12-12. И 5 в 1 Эдуард будет стоять и протирать, наверное, сейчас стенку своим трупом, как я понимаю. Да-да-да, вот Доси вот моментально забрал. Вышел с жестким спреем. Это уже 15-12, Virtus.pro будут играть в догонялки. Сейчас подстегнут друг друга. Хоп-хоп-хоп, на-на-ней, на-на-ней. Тем временем нас уже почти 3000 человек на трансляции. Спасибо вам, друзья, за то, что вы есть, за то, что присоединились посмотреть этот матч за третье место. Напомню также всем каэсерам, ребятам, twitch.tv/sltvmain называется плеер, sltv main после слэша можно прописать в браузере. И вы тогда попадете на трансляцию с мейнстейджа. Там будет Counter-Strike, но будет он опять же после матча за третье место и после того, как разыграется финал по танкам на сцене Киев Киберспорт Арены. Потом ворвемся туда вместе с Тафой и будет прокомментирован для вас финал самого КС. И финская команда Пиастик против команды Керчнет. Здесь безопасный эко от защиты. Никаких нечетких действий они не делали. Единственное только то, что удалось Эдику взять девайс. Может, он сейчас здесь подшибает пару башек. Башен. Ну вот, первый перевернул, но второй тут Доси сразу же закрывает. Агрессивные перестрелки в 1.6 заканчиваются именно так. Радует. 13-15. Два раунда Virtus.pro отделяет от ничейного счета и овертайма на первой карте. А вот команде 12-12-12 не хватает всего лишь одного раунда. Если, кстати, сейчас они не берут со счетом 16-13, то у них потом будет опять волевой бай. Ну как волевой? Не волевой, а вынужденный бай. И он будет очень-очень нищим, скажем так. Бомжа закупка. Вот там уже Фамас у Сейзида пошел. Но Сейзиду Фамас идет. Вообще непонятно, почему этот парень с АВП не играет сейчас в стане команды 12-12. Почему ему не дают эту роль, так как именно он, по-моему, способен здесь давить. Так, ну вот смотрите, сейчас как разыграл Нальчонок. Интересно, на него идет выход, но он здесь немножечко не справился со стрельбой. Опять же, внезапно из дыма вылетели Virtus.pro, и Кучер с Ангелом снова открывают Зиг, при том, что на минус 2 Dangerous Dave на этот раз проходит спину. Ему удается забрать Ангела, он не знает, где находится второй игрок, и будет пытаться уйти, естественно, на дугу. Но там, посмотрите, Кучер остался, Сейзит тоже запирает, если упадет. Нет, не падает Сейзит, минусует все-таки Кучер, Зиг изолировали, и это инфа для команды Virtus.pro, и они играют сейчас под аплент вместе с бомбой, но остался Фокс на квадрате. Если Дэйв сейчас пойдет в аркаду, может отдаться Фоксу, Фокса ВП. То есть один игрок уже не мобилен, но выбивание будет в любом случае на апленте 2 в 2. Туда двигается Адрен, туда двигается Дося. Митя контрит коридоры, но вот Митя позицию менять, наверное, уже не будет, потому что это единственная позиция, о которой, ну, не знают в 90% ВП, если бомба встанет та, Митя удастся выйти из двери, при том, что очень-очень четко. Ну, или, возможно, кто-то в дверь попробует зайти к нему. Как видим, Дося открывается на мид, и вот он, интересный момент. Сейчас будет минус Сейзит. Ну, Сейзит ждет кота, слышит мид, и топнул Дося. Да-да-да, топнул еще Досин тиммейт. В итоге флешка в Сейзида, спокойный выход. Доси без шансов его сносит. ВП открывается, запирают аплен, чекают Митю. Мити нигде нету, Митя в скрипе. Ну и смотрим, что будет делать Митя. Открывается Митя. Все, Митя проиграл по факту, как бы здесь уже. Ну, перестрелку не проиграл, но знает его инфе. Такая пачка Фокса! Ай-яй-яй! 9 секунд оставалось, и лагает ХЛТВ. Доси за ним приходит. 15-14. Друзья, по-моему, это овертайм. По-моему, это овертайм. Вот $500 сверх принципиально для Virtus.pro. Как я и говорил, Кирилл Карасев мне об этом поведал, поэтому $500 надо брать. Ваши сообщения я читаю во время матча, друзья, по хэштегу CSSLTV в Твиттере. Если не умеете пользоваться им, качаем твитдек, регистрируемся в Твиттере, вернее, качаем твитдек, гуглим, что такое твитдек, настраиваем себе строку состояния CSSLTV и пишем туда. Будет весело. Может быть, что-то интересное я прочитаю. Так, давайте смотреть, что будет. Кучер
уже увидел аркаду на центре. Но это последний раунд просто сейчас как бы для 12-12-12. Они играют его с Дигла, медика вообще решили уволить. Спокойно Сейзи тоже куда-то ломится, лезет, ангел минус Сайзет. И, по-моему, Virtus.pro только сейчас показывают, что на своей карте они готовы на все 100% играть. Но вот Dangerous Dave, Мити не согласны, на 3 в 3 дают размен. И смотрим, что будет делать Мити. Вот если Мити сейчас не удастся убить Дося, то это просто будет финиш хим. Ой-ой-ой-ой, Дося, ну вот такая перестрелка, в 2 девайса забрали. Адрем пришел, дал пачку и забрал Митю при этом. Самым остается последний нальчонок, 15-15, друзья, это овертайм, и сейчас будет смена сторон между командами, если я не ошибаюсь. Или счет неправильный. Что такое? Что такое? Так, на одну секунду буквально я побегу в зал Киев Киберспорт Арена и узнаю, что же на самом деле происходит. Да, вот там стоит сейчас Эдик, по-моему, это овертаймы. И сейчас они будут решать, что будет происходить. Пока что подписывайтесь на мою страницу, если есть желание. А я сбегаю и узнаю, что же все-таки сейчас мы будем смотреть. Нет, здесь сразу рестарты. Здесь сразу рестарты. Ура, мне даже бежать никуда не пришлось. Ребята разбираются. Макс раунд 3, как я понимаю. И 12-12-12 остаются за защиту. В атаке будут продолжать действовать команды Virtus.pro. Еще один рестарт. И давайте смотреть. Напомню, что первая половина закончилась со счетом 8-7 в пользу 12-х. И они не смогли додавить в защите. Но атака от Virtus.pro. Видимо, просто Virtus.pro разыгрались. И задавили 12-х. Ну что, хочет Кирилл Карасев лишние $500 для своей команды выиграть. Вообще, тут уже две команды. Тут уже обе команды в призах. Как бы сейчас у них... По $2000 есть. Только вот 500 надо как-то разыграть. Ну что, Max Rounds 3, 16 тысяч вроде бы, если я не ошибаюсь. И смотрим, какой будет расклад. Так, Сангел, попытка чекнуть дугу. Ну, он слышит то, что там стреляет ТВП, уже проломили Эдика. И спокойно, смотрите, Доси с кучером через мидл заходит. Сейзит просто должен по таймингу... Да, по таймингу он здесь не успевал их перекрывать, но все-таки рискнул выйти, постреляться, в итоге сыграл в размен. 4 в 2. И Virtus.pro выходят на апленд, при том, что контрит его достаточно спокойно. Ну, нальчонку здесь с Дэйвом остается разыгрывать в халде. Ждать каких-то попыток и ошибок от атаки. Я думаю, яркого противостояния тут уже не получится. Да, нальчонка отрезает, Дэйв пытается дать что-то там фаззум в кучера. И счет 16-15 в пользу Virtus.pro. Развернули. Ну, сейчас, естественно, снова будет бай в 12-х. Вот я просто не знаю, 16 тысяч ставилось или 10. Как бы... Просто недавно мы обсуждали такую ситуацию, что если у нас будут овертаймы на, там, в CSGO, мы это обсуждали для CSGO, я вот предложил такой расклад, что играется... Давайте будет играться как бы 3 раунда, да, но все эти раунды будут девайсными у той и другой стороны. Вот, чтобы не было там 10 тысяч, типа, да, 2 закупился, проиграл, на последнем у тебя ничего нету. Разговаривали по поводу 16К. На случай овертайма. Но здесь пока не ясно, сколько поставили. Но я все же думаю, здесь 10, скорее всего, и МР3. Пока что почекаю, что вы там в Твиттере написали по хэштегу интересного. Слэм, надеюсь, вы хоть финал нормально застримите. Да нормально мы прокомментируем финал. Вот в плане стрима там все будет четко. В плане комментирования, конечно, все будет очень нуло, потому что мы комментируем сцену. Вот. На самом деле, каждый комментатор, кто работает на SLTV, вот любой комментатор вам скажет, что сцену комментировать не любит никто. Потому что нет инфы. Когда нет инфы, тогда все становится реально уныло. Вот сидишь и не можешь делать свою работу. Просто рассказываешь про космос, и какой-то бред приходится иногда нести. А тут пока что снова 4 в 4. Дэйв разменяли. Снова размен под Б в начале раунда. Virtus.pro пытаются, как видим, напрягать со всех сторон команду. 12-12-12. И вот Кучер попытался сейчас сыграть, скажем так, в нычку. Хотел застать врасплох Митю, но... Хучер законтрил Кучера. Вот Хучер и Кучер. Это два брата, акробата как, а? На самом деле позитивные ребята. Просто позитивные ребята. Мне уже тут в приват ломают в Твиттере. Когда CSGO турнир? На следующей неделе. Дядя Митя и компания зарулят, кто-то говорит. Ну вот пока как-то, знаете, у них не выруливается здесь играть. Но вроде в этом раунде готовы они развернуть ситуацию. Если Доси, конечно же, не вытащит здесь 1 в 3. Ну и как видим, да, дает он похучую львиную долю демейджа, но не добивает. И дефьюз бомбы с командой 12-12-12. Ну это 16-16 и последний раунд первой половины, первого овертайма нам предстоит с вами сейчас посмотреть. Обстановка на самом деле накаляется. Если бы у меня была возможность вывести вам камеру из зала, я бы с радостью ее поставил вот и на Virtus.pro, и на команду 12-12, потому что там нереально четкий бой. Нереально четкий бой, если честно. Итак, давайте смотреть.
Адрен, Ангел, Кучер, Фокс, второй мид, так, второй мид, второй квадрат, проход на дугу, и очень быстро в сторону Нальченко действует. Вот, видимо, за вторую половину парни разыгрались, выходами на зиг, решили повторить свой успех. Но вот просто закрытая позиция от Нальченко, рандомный хедшот в Кучера, минус от Адрена, таким смешным разменом вышел на самом-то деле. И попытка напряга зига продолжается. Здесь уже Дэйв перехватывает на себя инициативу, граната. Нальченок пишет: ахаха, я хз как, скролл прыгнул, говорит. Ну, что поделать? Что поделать? Сами видели этот нелепый минус. Залетело. Это тебе... Дама 10 против двух тузов. Дося! Минус сейзет. Отрезали все-таки зиг. Ну и можно уже уверенно играть под бэплент, медленно продвигаясь. А, нет, Дося не зиг убил. Вот если Дося убил не зиг, то что? Неужели он там на котах сломал двоих? Просто если он сломал на котах двоих, то это вообще бред, получается, от 12-х сейчас происходит. Как бы, по логике-то действий, в такие моменты не должно быть никакой аркады, потому что они разменялись 4 в 4, нужно ждать сидеть инфы. Обратите внимание, что у 12-х не закрывается мид. Вернее, он закрывается, вот Дэйв пытался его сейчас закрыть, но АВП Фокса совершила свое благое дело и перекрыла Дэйву кислород. Ну и, по сути, это 17-16, скорее всего, в пользу Virtus.pro, да, Фокс тут без шансов дает пачку мити и смена сторон. Смена сторон между командами. Virtus.pro в преимуществе заканчивают первую половину. Ну и дядя Минти и компания сейчас попытаются во второй половине первого овертайма как-то отыграться. Ну, если верить, конечно, результату, то первая половина у ВП закончилась в их пользу. Опять-таки. Или же нет? А, нет, да-да-да. Не в их пользу оно закончилось, поэтому надо, наверное, оставить нам вот так вот. 16-17 просто... Не меняется счет первой половины, но первая половина была в пользу команды 12 как раз таки. Сейчас посмотрим, что они в атаке покажут. У Virtus.pro дефенс не заходил, они отдавали раунды. И Дося, по-моему, сейчас будет врываться под флешку. Ему должна была быть инфа с мида, но с мида никто не выходил. Они с дугой пытаются, очень-очень сильно рискуют на самом-то деле. Дося минус 1, спрей в дым, практически минус 2. Нахелил плотно Эдик, 9 хп ему оставил. И 12 пока что сыпется, ВВП все-таки уверенно действует. Уверенно, несмотря вот на развал небольшой. На миде, дядя Митя, минус Кучер. Ой-ой-ой, не отпустил, наказал. 3 в 3. 4 в 3 даже. Тут просто красный остался Нальчонок. Я не знаю, сможет он что-то сделать. Но его, как я понял, в качестве мяса будут пушечным использовать сейчас на центре. Он попытается сыграть на выпад аплента, но флешка одна его остановила. Опять же, свои же тиммейты дали ему эту флешку. Неприятный момент. Мид уже просто не занять. Вот как ни крути. Как ни крути так. Ну и посмотрите, какая пошла перетяжка интересная. У 12-х экспериментируют, импровизируют, по-моему, прямо на ходу. Нальчонок проходит под сплит-атаку на Ак-двери. Хуч на центре против Дося. И Дося его сейчас пока что плотно, изрядно плотно повеселил. Адрену, кстати, уже можно было зааркадить. И все сейчас будет зависеть от того, как сыграет, опять же, Фокс. Просто на него будет сплит-атака, и на него будет весь секшен. Если он дверь убивает, то преимущество получит. Опа! Нальчонок под флешку. Отлично играет просто 12-й. Под одну флешку с мида открываются по Фоксу. Плент очистый. 4 в 2 ситуация. И Virtus.pro сейчас не знаю, что будут делать. Остались они в дымовой завесе. Адрен удается перекрыть кислород Эдику в пленте. Не поставлена бомба. Туда ломятся игроки атаки. Адрен ставит вторую пачку. 2 в 2, друзья. Минус от Доси. Counter-Terrorist Win. Что за лол? Virtus.pro. Как так? Доси еще и забирает дядю Митю. Это жесть. Такое успешное открытие на плент. И один кольт от Адрена практически лишает шансов команду 12-12 на то, чтобы выиграть в этой встрече. Ну и сейчас надо давать ответку в любом случае парням из 12-12-12. Если они этого не делают, то в принципе все становится понятно. Понятно и ясно. Если не будет ответки на 18-17 и 18-18, то этот матч на овертаймах, эта карта на овертаймах достанется команде Virtus.pro. Напомню, что вторая карта будет до Inferno, друзья, где 12-е обыгрывали команду Крешнет в групповом этапе, в первом, наверное, матче Асуса. И там будет интересная заруба. Ну, здесь, смотрите, Virtus.pro уже уверенно ощущают себя, спокойненько расправляются с Зиги в начале раунда. Нальчонок дает размен, но ситуация уже 4 в 3, и есть два красных игрока, это Хучич. Куч Нальчонок, Адрен единственный красный у ВП, Дося закрывает выпад на дугу, опять-таки минус Нальчонок, Митя красный, Dangerous Dave пода на котах, Митя сейчас попытается с центра что-то сделать, но ей-богу, мне кажется, Кучер жаждет сейчас дать ему кабину, ну, ГГ пишет Нальчонок, да-да-да, ну вот 12-12, вели, так вели, добрались до 15 раундов на Virtus.pro, все-таки перехватили инициативу, проявили характер, устойчивость и разобрались. Вывели матч на доп, разобрались со своими соперниками, минус от Доси залетает, все-таки пытался Митя отсидеться на центре, счет становится 19-16 на первой карте, на допах выигрывает Virtus.pro, вторая карта до Inferno, мы вернемся к вам после рекламной паузы и одной
музыкальной композиции. Продолжим смотреть матч за третье место. Мои рыцари, как вы видите на этом графике, наши продажи выросли на... Простите, что это такое? Наши продажи выросли на 20%. Что за волшебное устройство предо мной? Это ультрабук. Он разрешил мне его купить. С ультрабук все прочее кажется старомодным. Представляем ультрастильный, ультрабыстрый ультрабук. Новую категорию компьютеров на базе процессоров Intel. Loud and clear, on my way.